Да не, ну все круто, на самом деле, все здорово. Здесь такой тренировочный ринг, то что я на самом деле сегодня с утра зашел, чуть с ума не сошел, потому что, ну как здесь не играть в хоккей? Ну, конечно, приятно, потому что здесь все хотят, чтобы команда выигрывала, и это на самом деле очень важно для меня, потому что хоккейный город это очень здорово. Здесь, я думаю, здесь все очень просто, здесь нужно просто выходить и работать, показывать свою игру и играть как команда, поддерживать друг друга, и думаю, все будет нормально, потому что здесь собрались хорошие ребята, которые тоже хотят выиграть, и я думаю, это самое главное. А фанаты, они будут нам помогать. Не, ну да, были разговоры, были предложения, но, как я уже сказал, что Монреаль, мы разговаривали с генеральным менеджером довольно часто, там по телефону было 3-4 звонка, потом, когда я прилетел в Нью-Йорк, он прилетел с Монреалем, и у нас был ланч, и мы провели хорошо время, он рассказал мне, объяснил, и то есть потом уже все вот эти нюансы по поводу контракта начали обсуждаться, и когда уже я понял, что мы разговариваем именно про контракт, я был, ну, счастлив и просто доволен тем, что я оказался здесь. Оглядываясь назад, когда ты играл, знаешь, есть разница? Вот то, что ты видел НХЛ глазами молодого человека, и вот сейчас уже в возрасте, чувствуешь? Ну, безусловно, как я уже сказал, то, что, ну, когда ты взрослеешь, ты меняешь какие-то взгляды на жизнь, на свою работу, на все, и, безусловно, мне, ну, помогло это, то что где-то я стал старше, я не знаю, спокойнее и как-то начал принимать решения правильно, и нужно просто расти как хоккеист, то есть, ну, и для этого, я думаю, ты должен стать просто взрослее. Сейчас как бы оглядываться, не обидно, что не взяли тебя на Кубок мира? Ну, слушай, я не могу этого контролировать. То есть, да, я хотел бы сыграть на Кубке мира за свою страну, но у нас хорошая сборная, у нас есть хорошие игроки. И то, что кто-то поехал вместо меня, я ни в коем случае здесь не сержусь, не злюсь ни на кого. Я только хочу пожелать всем пацанам удачи, потому что я со многими играл за сборную, и мы выигрывали там чемпионаты мира. Потом там и проигрывали на Олимпиадах, но, то есть, да, это как бы, ну, не обидно, это не то, что там неприятно, но то, что есть, то есть, я не могу ничего сделать с этим, то есть, если я нужен, меня берут, если я не нужен, меня не берут, но, как бы, то все равно желаю им удачи, и дай бог, чтобы они там выиграли. Удалось с кем-то пообщаться из наших, Андрея, с Марковым, может быть? Ну, еще нет, потому что ребята, я только прилетел, они уже улетели, у них как раз сборы начинаются. С Вебером общался, он мне написал, когда я подписал, когда он был здесь, мы с ним общались, то есть нормально. Вебер. Лучше играть с ним, чем против него.